Уже завтра Чувашский государственный театр юного зрителя распахнет свои двери. В новом сезоне поклонников «Мельпомена» ждет много интересного. Артисты репетируют в две смены. Каждый день у нас проходит очень интересно, очень бурно и эмоционально. Начинается он, когда с 7 утра. Вчера вот начался с 9 утра. В 9 часов у нас команда, когда поет «Светофор», выехала в Ядрин, где играла два спектакля. Начались три параллельные репетиции. Параллельно с этим мы делали танцы к «Маленькому принцу» в большом зале. Нам освободили большой зал. И рабочий день заканчивается где-то вот около 9 часов вечера. Первой постановкой, которую увидят зрители в новом сезоне, станет спектакль «Чебоксарская невеста прощается». А первой премьерой – сценическая версия повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Артисты обещают очень зрелищный спектакль с полетами среди звезд. И все это под оригинальную музыку композитора Лолиты Чекушкиной. В октябре актерам предстоит не сыграть, а станцевать спектакль «Любовь и ненависть». Это своего рода эксперимент. Мы дополнительно в этом году 9 спектаклей выпускаем, понимаете? Это очень большая нагрузка, при том, что мы переехали, при том, что у нас идет ремонт, при том, что у нас постоянно гастрольная деятельность. Приходите и на чувашские, и на русские, и на взрослые спектакли. Есть у нас и на тех, и на других спектаклей. Кроме этого, труппа активно выступает и на других сценических площадках республики. В школах, детсадах, домах культуры. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика.